Сегодня в помещении 76-й школы Новобуарский район мы проводим открытый чемпионат Харьковской области по боевому джиу-джитсу, посвященный нашему другу, наставнику, трагически погибшему Максиму Георгиевичу Павароско. В этом турнире собралось 15 команд. Также к нам приехали гости из Днепропетровской области, Сумской области и города Запорожья. Турнир отборочный. Победители этого турнира будут участвовать 2 декабря в городе Запорожье на чемпионате Украины по боевому джиу-джитсу. Турнир является благотворительным. Все средства будут переданы семье Максима. Приезд в город Харьков команды из города Запорожья для нас являлось определенным достижением. Мы сюда долго добирались, зная о том, что будет представлена сильная команда спортсменов. Поэтому мы готовились, приехали, надеюсь, покажем достойный результат. Организация соревнований, благодаря организаторам, проходит очень успешно. Я думаю, многие спортсмены будут довольны не только своим выступлением, а еще и наличием таких сильных представителей из других спортивных клубов. Сегодня проводится открытый чемпионат Харьковской области по джиу-джитсу в памяти Максима Павароско. Знал его лично, могу охарактеризовать его как веселого, доброго лидера. Лидер — это в первую очередь настоящего профессионала в своем деле. Турнир проводится на хорошем уровне, много участников, хорошая конкуренция, все бойцы показывают достойную борьбу. Всем участникам соревнований хочу пожелать побед, воли к победе и характера. Огромное спасибо Александру Владимировичу Надеину за то, что он предоставил свой зал, за то, что приглашал всех спортсменов. Мы с удовольствием откликнулись. Максим был нашим другом, и я считаю, спортивная дружба – самая такая сильная, настоящая дружба. Потому что люди не просто приходят веселиться вместе, люди проливали, мы вместе проливали кровь, пот. Ездили вместе с Максом на соревнования. Вот. Макс был очень позитивным, настоящим таким человеком с большой буквы. Я надеюсь, что этот турнир станет ежегодным и будет как можно больше людей на этом турнире. И больше развиваться будет география этого турнира. И в дальнейшем, возможно, он станет мастерским турниром. Очень сильно будем на это надеяться, потому что Максим будет жить ровно столько, сколько он будет жить, его память в наших сердцах.